Если постоянно опрыскивать листья орхидеи под кисленной водой, то бутонов на цветоносах станет еще больше. Цветоносы будут выше, и цвести орхидеи будут краше. Посмотрите на результаты. Сухой вариант под кисленной воды. Лимонную кислоту, кулинарную порошки я использую под корень. Стараюсь так. А свежевыжатый лимонный сок как раз таки пытаюсь именно давать под кормку листовую. И тогда цветоноши ваших орхидей будут такими же, как на моей орхидее сорта Фаленопсис Сакраменто. Крупноцвет каскад. Сейчас ожидается то же самое. Видно, как ветка красиво ампельно будет свисать. И бутона будет больше с каждым разом после практически каждого опрыскивания этой подкисленной водой. Готовится очень просто раствор. Добавляем 1/2 чайной ложки кулинарной лимонной кислоты, 2 грамма, чуть менее, чем чайная, без горки, без верха, порошка на 1 литр воды. Раствор готов сразу, можно использовать. Хранение не подлежит, но свежевыжатый лимонный сок мы добавляем уже 1/2 чайную ложку и обрабатываем по листу. Такая витаминная подпитка, плюс мягкая вода, едва подкисленная, в меру, оптимальная по pH-балансу для субстрата и корней орхидеи. Сниженная жесткость помогает сформировать цветонос без потери бутонов. Бутоны будут раскрываться. Ни в коем случае ни один бутон не пожелтеет, не будет увядания, внезапного опадания, высыхания бутонов или неполного раскрытия. Все бутоны раскроются в срок полностью, и цветение будет до конца. То есть цветение будет продолжительным, длительным, практически весь год напролет. Попробуйте подкисленную воду для полива орхидей, и пускай ваши цветоносы орхидеи всегда будут усыпаны гроздью бутонов, которые всегда будут здоровыми, крупными и сочными по окраску. Ваши орхидеи смогут цвести очень долго и очень пышно. Заверяю вас, подкисленный полив в этом будет способствовать. Пробуйте и вы готовить лимонную воду для полива орхидей.